Ребята, всем привет! И сегодня я бы хотела для вас сделать влог очередной, так как в Майами сегодня... Почему я сказала в Майами? Сегодня везде, с каждым годом все больше людей празднуют Хэллоуин, также в России, и он становится таким более, ну, неофициальным, но тоже таким праздником. Но здесь, в Америке, к Хэллоуину подходят просто нереально серьезно, и... Очень много магазинов, которые начинают продавать всякие штуки вообще для Хэллоуин. Но в этом году я решила сделать что-то страшное, и потом вы видите, что я сделала. В общем, я накупила себе много-много всяких вещичек. Я не знаю, я так взволнована, так хочу побыстрее это сделать. Взяла, чтобы сделать себя страшной и мертвой. В общем, я купила жидкий латекс, liquid latex, и... Если кто знает, чтобы сделать себе такие вот special effects, да, вот именно такие реалистичные шрамы, или, допустим, делать как зомби, или ожоги, используйте, да, жидкий латекс, чтобы создать такой эффект. Вот, весь мой пакет специально для Хэллоуина. Я не стала покупать себе какой-то отдельный костюм, потому что костюмы здесь, не знаю, очень дорогие к Хэллоуину, за 60-70 долларов. Мне не очень хотелось покупать костюм, который я буду использовать один раз. Так что я просто накупила много всяких вещей, которые помогут мне создать такой специальный эффект. Я накупила себе специальные такие вот краски, чтобы делать. Я не буду вампиром, не волнуйтесь, это просто здесь такая палетка с такими красками, которые можно использовать, спонжики, чтобы тоже делать, потому что я буду себе делать и кровь, и синяки, поэтому спонжики понадобятся. Туалетная бумага, но... Она мне нужна не тоже специально для эффектов, но я сейчас не думаю, что она мне уже понадобится, посмотрим, потому что я кое-что другое приобрела. Но обычно она делается, она также используется с латексом, то есть чтобы также себе делать как бы вторую кожу, чтобы потом из этой второй кожи сделать себе какие-то разрезы или ожоги. Обычно используют латекс и туалетную бумагу. Купила себе крови, причем я взяла два вида крови, одна просто как fake blood. Она почему-то в виде спрея. Я не знаю, я взяла специально несколько, чтобы на всякий случай, если одна будет плохая, буду использовать вторую. Вот это мне больше понравилось, я уже открывала. Такая темная, прям вот как в геле. Не знаю, я так хочу уже быстрее все это сделать, на себя налепить. И наконец-то вам показать. Еще взяла такую штучку, я не знаю, именно для чего она. Такая непонятная консистенция. Написано, что она как для зомби, но я так понимаю, что так же, как создавать вторую кожу, если какие-то специальные эффекты, то есть, допустим, из нее можно что-то слепить, и если вы хотите, допустим, я не знаю, пулю в лоб, или эффект такой кожи, как у зомби, не знаю, мне кажется, можно ее как-то по-разному, но, в общем, смотрится она немножко жутковато. Себе линзы, но я вам покажу их потом. Линзы, вообще я хотела покупать какие-нибудь, знаете, такие либо зомби, либо как у вампира, но потом что-то я решила передумать и взяла другие, более такие обычные, потому что я подумала, если я буду покупать такие вампирские или зомби, знаете, такие белые или красные, то я смогу их только одеть вот один раз на Хэллоуин и все, потом у меня, не знаю, будут они год лежать, и я их не буду использовать, куда мне? Как бы я посчитала, что лучше, скорее всего, они, между прочим, стоили не так уж и дешево, поэтому я посчитала, возьму себе какие-нибудь не такие прям супер-мега страшные, но поспокойнее, но зато я смогу их одевать намного чаще, чем бы я одевала такие зомби или для вампирские, вообще один раз бы одела и все. А, да, так что следите дальше за влогом, будет более интересно. Я попытаюсь снять свой процесс. Между прочим, я первый раз себе буду делать какие-то вот специальные эффекты вот с кровью, со шрамами. И я не знаю, я очень... Я прям так хочу быстрее это сделать, поэтому... Ребята, всем привет опять, не пугайтесь, это я только с пулей во лбу и с разрезанным горлом. Все,
все, что я сделала. Как я вам говорила, кровь, разрезанное горло. Также у меня линзы голубые. Я не знаю, по наряду вы, наверное, естественно, не скажете, потому что что это может быть? Ну, девушка, наверное, с перерезанным горлом. Также у меня на мне еще леггинсы и вот такой вот бади. Я не стремилась быть прям похожей-похожей, но просто идея была такова. В общем, если вы смотрели фильм «Тело Дженнифер», «Jennifer's Body» с Меган Фокс, то вы, наверное, поймете. Я не знаю, я просто люблю этот фильм, я люблю, как там Меган Фокс, и вот я решила быть ей, то есть я сама это Дженнифер из фильма. Я знаю, что у нее не было пули в голове, насчет тоже шеи я не была уверена, но просто она тоже была вся какая-то окровавленная, у нее было какие-то ножевые ранения, что-то типа такого, поэтому я решила быть ей, не знаю, мне почему-то так захотелось. В общем, ладно, Хэллоуин это Хэллоуин. Я вот тело Дженнифер из фильма под Меган Фокс, а голубые линзы как раз мне, по крайней мере, в тем, потому что у Меган Фокс голубые глаза, поэтому мне как раз подходят. Дальше я пойду к Юлиане и к Саше, они тоже сейчас собираются, посмотрим, что происходит у них. Дальше мы поедем к ребятам в Miami Gardens, там мы все собираемся, у нас будет такая Halloween party, и да, посмотрим дальше. Пришла я к Юлиане. Жора, не собран, его только надо красить. Ну, Саша там, просто там, мега красавчик. Вы там можете накрасить. Ты кто, Кончита? Кончита еще. Число какое? Подожди, еще раз, представься. Давай, число какое? Меня зовут Кончита. Скот. Скот же, так и ответил, скот. Между прочим, у Саши вся моя одежда. О, отличный Ник, Саша. Где же маленький черный пакетик? Ну уже вот, ну уже реально скот. Готов. Саша, Леся, где готова? Ты красавчик? Сейчас, давай, я вообще тебе звонил, чтобы Саша! Да? Ну, покажись! Зови меня Кончита. Красавица! Как дела? Очень хорошо, а как твои? Ой, я смотрю, у тебя что-то во лбу застряло, что да. Не пуля ли это? Ну да, пуля, небольшая. Маленькое поле застряло. Ты будь осторожней, а то мужики они такие возьмут, отвернешься и пулу. Вот шла по улице, бац, выстрелили мне в голову и разрезали. Саша, ну как ты сидишь? Ну ты же девочка. Но приличные девочки так не сидят. Саша, скажи привет. Приветик. Сказал. Ла. Олеся делает макияж. Жори Джокера. Ой. Если вам интересно, кто снимает это видео, я покажу себя. Ой, я не снимал, простите. Жора, say hi. Кто ты? Да. Жора Джокер. А ты с ножницами пойдешь? Ты что, Саша! Селфи! Какой нахрен селфи? У меня вот есть такая сумочка. Скажи внимательно. Телефончик тебе покладу. Покладешь? Давай, ладно, вместе. Видео? Я не был готов. Да не, ну не видит. Давай смотрим на сумму. Нет, я видел. Да я понял, что ты снимаешь. Давайте. Мы мужчины. Таня. Александр, я Александр. Давай, включи. Александра. Вы эти селфи? Не снимай, мы пока селфи делаем. Это на бэкграунд. А здесь темная сторона, давай темная сторона. Темная сторона вот здесь, сосредоточена. Там педики, здесь темная сторона.
Она реально все еще сам приделала. Просто два стороны. Сторона педников и сторона вампира. That's how you do it. Давайте фоткаем нас. Мы будем со стороны. Ладно, давай все вместе. Давайте идти. Саша, ну не веди себя как мальчуган. Это же девчонка. Ферзонка, правда. Блин, дай мне Сашу скажи. Ей, конечно. Какая походочка. Зачем мы сюда приехали? Окей. Ребята, извините, забыла с вами попрощаться, поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, ваш Хэллоуин прошел замечательно. И да, я вас всех обожаю, всех люблю. Не забывайте ставить мне палец вверх, подписывайтесь на канал. И я вас увижу в следующем видео. Пока.